Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Toyota RAV4. Правое переднее крыло, бампер, телевизор и правая фара поменяю. Остальные поврежденные детали отравняю. Итак, ремонт начинается. Разбираю перед машины. Итак, перед разобран, телевизор помят и будет удален. А для замены я имею переднее крыло, бампер, телевизор и радиаторы, также фара. Удаляю помятый телевизор. Итак, это последняя часть, которую я удалил. Теперь начинаю ремонт лонжерона. Сначала пробую выдавить домкратом. Дальше я рассверлю лонжерон и отравняю его до конца. Прекрасно. Теперь я вытягиваю и равняю лонжерон. Лонжерон на месте, делаю необходимые мне измерения. Для измерений у меня есть размеры. Ссылка в описании. Теперь мне необходимо отравнять удаленные куски.
Все размеры в норме, все удаленные куски буду сваривать обратно. Перед сваркой устанавливаю все усилители. Все установлено, свариваю. Сварочную работу на лонжероне закончил и подкрасил его. Внутри лонжерона обрабатываю антикоррозийным средством. Теперь устанавливаю телевизор. Итак, телевизор установлен, приварен, и теперь я устанавливаю радиатор и остальные части переда. Моя работа закончена. На эту работу ушло 3 дня. А у меня на сегодня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!